Меня зовут Виктор Лебедев, я художник, я участник проекта «Тверь Тим». И когда появилась хип-хоп-культура с этими уникальными там танцами, да, брейк-данс, с этой музыкой рэп и граффити, то есть как то, что я увидел нарисованное на стене, впечатление, которое на всю жизнь и оставило след, да, и, в принципе, задало вектор. Стрит-арт — это не просто, ну, вот, самовыражение художника, это должен быть диалог со зрителем какой-то. То есть, ну, всегда нужно понимать, что ты, ну, что будет на, с той стороны, как это будет воспринято. Я легально теперь работаю. Я каждую свою стену там даже, ну, стараюсь узнать, кто ее хозяин, там, как мне ее согласовать. Каждую свою работу я теперь стараюсь, ну, узаконить. Ну, мне когда говорят там, что, ну, что там ты талантлив, я, ну, никогда не считал, что я там чем-то талантлив. Я просто знаю, что у меня больше было часов проведенных, например, да, с этой работой. И у меня нету такого, ну, проблемы в поиске вдохновения или что-то такое. Нужно просто смотреть и вспоминать, напоминать людям о людях.